Поэтому он не так устал, как он. Вот это, кстати, самый старый ресторан в Квебеке. Сейчас прячемся в Starbucks, который, кстати, очень красиво за спиной. Находится прямо в этом замке. Надеюсь, цены не как в замке, как в Starbucks везде. Музычка, ну вообще Франция прям вся.
наконец, вечером мы решили провести в мегапарке. Это огромнейший развлекательный центр. И здесь куча детских развлечений. Так что Танька за этим соскучился. Да и мы немножко социализации с такой будем отдыхать. Ну и всякие. А вот американские горки, Надя. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. C'est parti! Ужин. Квебекский ужин.